Ладно, не надо. Сразу такая стабильность проявляется. Такого я не делал никогда. Всем здорово! Сегодня новый день, новая каточка. Возможно, что сегодня я наконец-то добью свою доску, потому что на улице около плюс 5 или 10 градусов. И сегодня, могу сказать, реально очень жарко. Но несмотря на то, что на улице все вот так, мы идем на парковку, потому что в другом месте не получится, ибо еще все не высохло. Но я надеюсь, что к следующему влогу все будет офигенно. О, солнышко вылезло. Я наконец-то буду гэпать со ступеней, покорять стрит, а Женя будет ставить бонусы. Кстати, да, Женя, поздоровайся. Всем здравствуйте. Этой шмары давно не было в моих видео, поэтому вот. Между прочим, из-за меня все и подписываются. Не так ли? Ну а сейчас мы с Женей направляемся на парковку. Завтра, скорее всего, я поеду в гавань. Надеюсь, что все высохнет. Ну и, кстати, ребят, хочу рассказать вам одну очень важную вещь. Короче, те, кто знают, где находится та парковка, на которой я катаю, больше туда не ходите, потому что там сейчас полный капец. Сейчас там появилось быдло, приходит толпой, докапывается до скейтеров, BMX-еров, самокатеров и так далее. И даже на тех выходных у одного райдера украли BMX. А когда была драка, типа? А, драка была... Ну, все было, я точно не знаю, но было давно, рассказывали, да. И в воскресенье что-то приходили, да. Опять же, вот. Прошлое воскресенье приходили, да. Там доски хотели поломать, и моего друга, она там, короче, у него сигареты украли. Мне еще рассказывали, что там была драка, катало около 30 скейтеров, и пришло примерно столько же быдла, и началась драка на парковке. Мои знакомые говорят, что есть вероятность, что это охранники того места, в котором я катаю, вызвали это быдло, чтобы нас оттуда прогнать, потому что якобы мы охранников не слушаемся, рисуем на стенах якобы, мусорим и так далее, но этого всего нет. И в итоге они зовут быдло, чтобы нас отфигачить. Но если ко мне и к Жене докопается какое-то быдло, то я их буду фигачить доской. Я не хочу просто стоять как дебил и думать о том, что мне сейчас капец. Твоя телочка любит грубо. А сейчас трюк, который я придумал сам. Помните, я кое-что хотел сделать? Окей, let's go. Big deal. Пришли чоп, такие говорят, уходите, и уходят сразу же просто. Блин, жалко, что я без камеры тогда ехал. Можно перепрыгнуть? Меня? Пойду. Буду катать с камерой, потому что вдруг сейчас чопы подъедут. И это надо по-любому поснимать, потому что с ними очень весело общаться. Они сразу такие борзые, дерзкие. Я еще даже не снял до конца все свои линии, они уже приходят, типа вообще нормально. Блин, когда чопы приходят, даже прикольнее делать трюки. Сразу такая стабильность проявляется. Ну все, хиппи джамп сделан, можно. Да, я сегодня какой-то хардфлип, волрайт. Сегодня у меня трюки какие-то... необычные. Один какой-то трешак у меня сегодня. Фух, ну надеюсь, вам это все нравится. Сейчас буквально на секундочку прервемся на рекламу. Я хочу сегодня порекомендовать вам канал Богдана Ринга. Парень снимает интересные влоги, челленджи, а также скоро у него выйдет новая рубрика пранков. Но самое главное — это розыгрыш экшн-камеры GoPro Hero 4 Silver. Так что я реально советую вам подписаться на его канал, ссылочка будет в описании. И помните, GoPro Hero 4 Silver. Сейчас прилягу позагорать. Ты ему доверяешь? Нет. Я бы не доверял. Но я знаю. Сука! Фух.
У меня сейчас вся жизнь перед глазами пролетела. Ну это достойно. Ну все. Стрёмно сейчас. Ладно, не надо. Сегодня я что-то какой-то трешак делаю, потому что, блин, такого я не делал никогда. Да-да-да. Все-таки настал тот момент. Зацените. У меня здесь трещина. Короче, в принципе, если еще вземлить одну треху, то я по-любому сломаю доску. Она как пружинка уже. Да. Раз уж в этом влоге столько трэша, то почему бы ее не доломать? Потому что, блин, ребят, честно говоря, один неудачный трюк, и все, ей капец. Поэтому сейчас придумаю, что сделать, и посмотрим, как я ее сломаю, как она хрустнет. Блин, давно я не ломал доски, поэтому пора. Не, ну она деформировалась, но она еще катабельна. Оно больше тут нет изгиба даже. Ох ты ж. Пишем в комментариях, чем я сейчас доломаю доску. Ждем 3 секунды. Раз, два, три. В смысле? Почему она до сих пор жива? Кончено. Оно опять хрустит. Ну это уже красота. О, не, ну. О, ну. Смотри, какая она сексуальная. Ну блин. Ты тут кишки тут, блядь, переделал. На меня наведи. Сегодня я иду домой пешком. Только надо траки открутить. О, это уже легче. Все, ребят, это последние 10 секунд, когда вы видите мою доску в полном ее облике. Но знаете, блин, револ вообще странная штука. То ты покупаешь доски новой коллекции, они сыпятся уже за 3 дня. То ты катаешь на вот этой вот доске, на которой чувак еще до меня катал около месяцев 3. Потом я еще на ней катал с начала осени. Вот получается так. Старая коллекция, она была офигенна, потому что они сразу хотели показать, типа, что чуваки, мы делаем доски. Точнее, мы делаем нормальные доски. Ну а сейчас, типа, они уже такие раскрутились. Короче, уже не совсем торт. Мы ее будем помнить, наверное. Но она, блин, выдержала очень многое. Поэтому, ребят, много говорить здесь не буду, потому что чуваки тут учат трюки. А я уже все, я уже накатался. С меня уже трюков не будет. По крайней мере, пока я доску не куплю, а у меня сейчас денег нет. Вот такой вот получился у меня день. Очень необычный, потому что раньше у меня подобного не было. Я сразу не хотел ехать на парковку по причине того, что, во-первых, там быдло могло докопаться, но его сегодня не было, нам повезло. А во-вторых, я не хотел просто идти в то же место, потому что, блин, вот эти вот баяны, они как бы задалбывают, все однообразно. Но сегодня, ребят, все изменилось. Я пришел на парковку, и к нам пришло куча идей, какие трюки сделать, что-то новенькое добавить, и у нас, в принципе, все получилось. Только знаете, в чем проблемка? Я в итоге все-таки сломал доску. Хотя этого сегодня не планировал. Теперь следующий влог выйдет либо пешком, либо мне повезет, и я найду какую-то там ущербную доску. Ну и, ребят, я был бы очень признателен, я сейчас не прошу, если бы каждый из вас поставил лайк. Потому что, блин, обидно, когда ты фигачишь видосы, вам они вроде как нравятся, потому что соотношение лайков с дизами очень прикольное. Это просто для меня все идеально. Но когда ты видишь 500 лайков при 10 тысячах просмотров, это как бы немного обидно, потому что именно лайки мотивируют снимать видосы. А когда их нет, как бы ты снимаешь, но не с тем желанием, потому что, блин, ребят, вас у меня вроде как 27 тысяч, но это и не видно. И причем не видно так же, как меня сейчас. Поэтому, чуваки, думаю, вы меня услышали. Ну и всем пока.